Итак, всем привет, дорогие мои, с вами Клонова Аня, проект Фаберлик Онлайн. И это распаковка моих последних, получается, трех коробочек. Вот такая вот кучка мала. Ну что ж, давайте посмотрим. Так как я VIP-новинки заказывала давным-давно, и они, ну, грубо говоря, ждали меня, валялись. Это Прима Бьянка, два пробничка. Ну, я знаю, кому их подарить, отдать и так далее. Дальше, значит, биопятновыводитель. Вот, кстати, чек. Чек, значит, на 97 баллов у меня тут, да, 8 тысяч под расчет, 6 тысяч скидки. Вот, если что, пожалуйста, пожалуйста, да, то есть вот все. Так, чек выкидываю. Значит, биопятновыводитель, он нужен нам, я его заказала себе, артикул 119.84. Это особо биоминеральная формула, которая создана для удаления сложных застарелых пятен и неприятных запахов в воде любой жесткости. То есть это и для жесткой воды очень хорошо подходит. Такой вот порошок, уходит пятна, и его можно добавлять при стирке. То есть куда вы добавляете порошок, туда же можно добавить пятновыводитель. Или в раздел предварительной стирки, например, вы добавляете пятновыводитель, а порошок уже во второй раздел стирки, и в третий раздел стирки уже кондиционер получается. Так, далее шампунь. Это у меня его заказали попробовать. 19.98. Я уже его попробовала, он мне понравился. И действительно, очень жаль, что его не выпустили ранее, перед командировками. Концентрированный шампунь – это спасение. Причем он способствует увеличению густоты и плотности волос и придает объем. Это вообще классно. И он идет в 3 раза экономичнее. То есть он рассчитан не на 30, а на 90 применений. Это шикарно. То есть такой прозрачный, гелеобразный. Это я уже вам все снимала. Это у меня заказ. Все 3 тона у меня заказал визажист, поэтому я не буду открывать 67-53. Тональных кремов у меня много, поэтому я повторно заказ делать не стала. Так, мужу и девчонке, своим мужьям заказали вот такую красоту. Это спрей антиперспирант. До 3 дней защита от пота. 26-79. Вот, ой, наверное, надолго им хватит, потому что тут его просто... Вот это все он. В общем, да? То есть вот, все он. Дальше. Чистящий крем универсальный. Он идет с микрогранулами. Имеет кремовую текстуру с минеральными микрочастицами. Тоже очень-очень нравится. Давайте я вам покажу консистенцию на чеке. То есть вот он такой. И тут маленькие микрогранулы, которые не портят абсолютно поверхность. У него приятный нежный аромат. Далее... Мое любимое универсальное средство, оно, наверное, у меня практически в каждом заказе, когда на него бывает распродажа, скидка, то есть это обычная такая вот водица. И эта водица идет как безопасно для человека, для животных, и работает против бактерий и вирусов. Эффективно дезинфицирует поверхности приборов, гаджетов, полов, мебели. Я его добавляю в робот-пылесос. Пополам с водой развожу и добавляю в робот-пылесос. Вот, мне очень-очень нравится. Дальше, средство для очищения ванной комнаты, эффект белизны, артикул 302-21. Нам сейчас его надолго хватает, потому что мы еще другими средствами пользуемся, тоже от компании Faberlic. Вот, и как раз тут идет сияющая белизна без хлора, но все же лучше надевать перчатки. Я вот так вот посмотрела, тут хотя и экологически чистый состав, да, давайте вот с вами увеличим, видите, да, вот этот вот экологически чистый состав, да, можете почитать, но все-таки это кислоты органические, борные, НПАВ, органический растворитель, полисахарид и так далее. Все равно я думаю, что лучше в перчатках. К нему еще продается дозатор, то есть вы открываете эту крышечку, да, снимаете, тут через щелчок защита от детей стоит, и надеваете распылитель, по ванной пораспыляли, и потом просто смываете душем. Очень редко приходится что-то там оттирать, скрести, потому что он реально хорошо работает. Мне вот этим он и нравится. Так, следующие коробки. Значит, с этой... А, гель для унитаза, вот еще не показала. Очищающий для туалета, морская свежесть. У него есть прикол. Сначала он одним цветом, потом он меняет другой цвет, когда поработал. Артикул 302.92. Чем он еще мне нравится? Запахом. У него очень приятный запах. Так, дальше... Тут омега, листовой стиральный порошок и так далее. Это Катюшке пришел заказ. То есть вот это все в подарок, как вы видели. Да? Вот. Это в подарок. И сегодня последние 3 коробки доснимаю. И в итоге в семье Кононовых 2 стиральных порошка листовых в подарок пришло. И 2 салфетки-ловушки для защиты одежды, для окрашивания. То есть вот такая вот красота. У порошка 308.43. Очень удобно брать с собой. Кто не смотрел предыдущие обзоры, напомню. Очень удобно. И очень удобно вот эти вот салфетки-ловушки. Даже просто, когда вы стираете белое белье, они собирают всю серую массу и получается клево. Так, дальше.
кейс для презентаций. Это я собираю на 3 штуки. Это я собираю на... Вот тут Викуська его примеряет. Можете посмотреть. Он реально крутой. Я его очень много раз делала на него обзор. Вот. Это для серебряных випов. То есть их только они могут заказывать. Брендированный логотип. Дальше парфюмерная вода для женщин тут идет. Влажная туалетная бумага. Это предыдущие обзоры. Чек вот нашелся на, наверное, 424 балла, мне так кажется. Так, ага, значит, эту футболочку я показывала. Вот, я думала, я уже все это сняла, но тут на нее посмотрите, она реально клевая. Мы заказали размер 146, артикул 532-911. То есть я ей просто обновила, всех по 5 футболок взяла, носи на полгода, потом посмотрим, может, еще что-то закажем. Так, подарочные пакеты у меня абсолютно все закончились, поэтому я набрала побольше пакетов. Артикул 781-225, очень хороший вместительный пакет под подарки. Так, это у меня идет заказ. Бюстгальтер балконет на косточках. Артикул 504-144 в размере 85С для золотых VIP-консультантов с 70% скидкой. Так, открываем. Он мне очень нравится. Он очень красиво приподнимает возрастную грудь. Вот знаете, он вообще не мнется, он не портится, что мне понравилось. И во-вторых, он не придает объему большой груди. Мне вот не хочется объем большой груди, она и так большая. Ну и, конечно, не выделяет кое-что. Да, чем он мне еще нравится, лямки тут регулируются. Тут есть силиконовые штучки, которые прилипают к телу, и можно отстегивать и носить без вот этих вот лямочек, да. Лямочки также вот тут немножко, если тянется, то тут, а тут тоже, кстати, тянется, но регулируется только пол лямки. Я даже внимания на это, представляете, не обращала. Я такие заказываю уже в 5-й или 6-й раз. Ну, все-таки где-то что-то постирать, где-то что-то чего. Вот, пока белье накопится для мешочка. И 3 ряда петелек и 3 ряда крючков. То есть очень удобно. Очень удобно регулировать. Я прям вот в восторге. Очень красивая, нежная такая вот слоновая кость. Он ближе идет к телу, чем идеально белый. Вот что мне нравится, то, что через одежду, через футболки его реально меньше видно. Так, о, а эту футболку мы тоже вам уже снимали в прошлом прям обзоре. И вы представляете, они еще к нам с вами пришли или не снимали. В общем, я кучку такой на заказы. Нет, эти не снимали, но сейчас тут вы их увидите. Так, трикотажная фуфайка с коротким рукавом для девочки. 534-467. Это была распродажа, поэтому я понатыкала. Дальше. Трикотажная фуфайка с коротким рукавом для девочки. Размер 146. Тоже 100% хлопок, как и предыдущая. Светло-фисташковый цвет. Тоже очень симпатичная, мне нравится. Так, это у нас черепашка, такая коронованная черепашка. Трикотажная фуфайка с коротким рукавом для девочки. Артикул 534-485, размер 146, 100% хлопок. Тоже красотка еще та. Да, прям красиво очень. Так, это у нас... А, это у нас повтор. Так, и я заказала попробовать 54 размер брюки из джинсовой ткани для мужчины. Цвет синий, размер 54. Сейчас посмотрим, как они будут на мужа смотреться. Вот, мне само это дело очень интересно. Он сказал, у меня кончились джинсы, штаны, что я буду осенью носить. Я говорю, ну слушай, если, говорю, лень идти в магазин, могу, говорю, их Фаберлик заказать. Фаберлик сейчас маленький выбор, к сожалению, но вот эти джинсы мне понравились, как смотрятся. Поэтому я решила их попробовать и посмотреть, что к чему. Да, видите, такие прям клевенькие. Ну, обычные джинсы. Тут заклепочки набор, тут, пожалуйста, состав. 78 хлопок, 20 полиэстер, 2 эластан. В общем-то, все нормально, да, 531-659 артикул. Так, тут точно-точно такие же. И пойдем с вами смотреть всю красоту. Итак, во-первых, это у меня заказ. У меня до полна омега-3, поэтому вот такая красота, омега-3. Артикул 157-79. Вот столько штук много. Так, следующее. Божечки ты мой, тут такая куча. Так, так, так. 17 баллов. Так, это, наверное, не совсем то. Ну, в общем, где-то есть чек. Где-то есть чек. Так, антивозрастная маска. Так, это у меня под Катей заказ. Вот, 253 балла, скорее всего. 20 тысяч вот под расчет. 9 тысяч скидка. Еще вот с этих 253 балла 23% еще скидываться объемной скидки. Да? Не забывайте, что директора, вот как минимум нужно стать директором компании Фаберлик. Вообще будете очень дешево все покупать. Так, значит, вот оно, омега-3.
Детское масло для ухода и массажа тут есть. В общем, все есть пока на данный момент. Так, смотрим с вами, что тут. Тут магнит халат. Это у меня заказ. Вот, себе я взяла. По-моему, я ничего тут себе не взяла. Магний халат. Его, кстати, сейчас нет у нас в Кирове в наличии. 158.01. Девочки просят. Я говорю, ну, 4 штучки отдам вам. И 4 отдам человеку, который все, ну, все остальное заказывал. Я говорю, потому что потом я ему дозакажу. Вот. И дигидрокверцетин 157.90. Тут 30 капсул. Поэтому тоже его надо много всегда заказывать. Потому что мало. 30 капсул, да, считайте, вот сколько это на четверых 30 капсул, если хотя бы по одной в день пить. Если человек заболел, их надо по две в день пить. И по две в день на четверых человек 30 капсул, ну, сами понимаете, сколько банок уйдет. Вот, это мало. Он дорогой и его мало, но он реально очень крутой. Так, дальше. Вот это идет у нас с вами кислородный бальзам. Это заказ в салон, это не мне. Это средство, которое идет с максимальным содержанием кислородного комплекса. Универсальное средство для поддержания красоты. Увлажняет и удерживает влагу в коже 72 часа. Уменьшает шелушение, ощущение сухости, активизирует все биологические процессы в коже, ускоряет самообновление, запускает детоксикацию, восстанавливает защитный барьер, устраняет дискомфорт, наполняет жизнью, оберегает от воздействия негативных факторов окружающей среды, но он не SPF, и уменьшает поверхностные морщины, улучшает тон. Вот, в общем, тут очень большой спектр, это очень ценная штучка, я лично его для себя использую вообще в любых целях. Его можно вообще капнуть в крем для массажа, например, его можно нанести первым слоем тонким под любую сыворотку уходовую для лица, его можно наносить на прыщики, чтобы не оставалось от них шрамов, постакне, чтобы они быстрее заживали и так далее. В общем, вот такая штука, 5806, очень крутой, ну и вот смотрим результат, да, этой штуки. Понятно, мне такое на 3 года вперед не надо, но вот у меня столько заказали. Дальше масочки с коллагеном. Я их, по-моему, уже показывала в прошлом обзоре. Почему-то они у меня раздвоились. С коллагеном 0461. Тут вы увидите, как они выглядят. Мы их как раз в Калининграде примеряли вместе с дочкой. Следующая масочка идет. Увлажнение 0464. Это вообще надо всем, особенно людям с жирной кожей. Потому что вот сколько раз мы разговаривали с врачами, которые занимаются кожей. Да, то есть они говорят, что люди с жирной кожей все время говорят, у меня и так жирная кожа, мне не надо увлажнение. И жирная кожа, которая не хватает увлажнения, выдает огромное количество раздражения, прыщей, морщин, потому что ей не хватает, а люди думают, что сало это увлажнение. На самом деле нет, к сожалению, нет. Так, питательная маска для лица авокадо 2074. Омолаживающая маска для лица пептиды 0462. Очень люблю их брать с собой в поездку. Это вообще мой фаворит, потому что это маска для лица алоэ. Все вы знаете, мы очень часто ездим по различным странам и городам. И для меня это, конечно, маска, вот эта награда. Даже день, когда проходишь под солнцем, не всегда SPF-ку можешь нанести и так далее. Лишь надо обновлять каждые 2-3 часа. На белой коже вообще каждые 1.5 часа, вот мне мой косметолог сказала, да, и дермокосметолог тоже самое говорит. Желательно на белой коже вообще каждый час обновлять. А я ж с утра нанесла, потом премакияж наношу, потом тональный крем, потом я наношу еще сверху чуть-чуть пудрочки немножко, начинаю делать макияж. Как я нанесу крем, если у меня уже там такой слой? И получается, иногда я не наношу. И бывает такое, что я чувствую, что не то чтобы кожа подгорела, но вот щечки там, носик розовенький и так далее. И вот эта вот восстанавливающая маска для лица 0463 я прям с собой беру. Если я еду, например, на 10 дней куда-то, я с собой всегда беру 5 штук. 5 штук почему? Потому что чтобы через день делать. Но не каждый день такое бывает, там я делаю макияж, еще что-то. Нет, конечно, не каждый день. На отдыхе я вообще не люблю делать макияж, но бывает, что отдых у меня совмещаться с какими-либо бизнес-поездками. Из-за этого я вот так вот делаю. Ну и последний, это антивозрастная маска для лица Гранат. Артикул 2072. Дальше масло. Я у ребенка измазала масло массажное. Измазала на себя, потому что делала себе депиляцию сама воском. Воск на коже остается. Это масло очень хорошо убирает воск. И я пшик-пшик-пшик-пшик-пшик-пшик. И за где-то месяца за 3 оно у меня, наверное, закончилось абсолютно. Вот как вот вышла VIP-новинка. Я его заказала попробовать. И вот то, которое я заказала попробовать, до массажа, до ребенка так и не дошло, к сожалению. В общем, я сейчас заказала 2 себе. Да, 2 штуки 27.96. Такое вот масло 0+.
я его называю теперь универсал. Да, универсальное, потому что оно реально идет легкое масло для увлажнения и очищения нежной кожи. Формула не содержит ничего лишнего. И под подгузник им хорошо. И просто, если где-то что-то натирается. И на личико можно нанести. Ну, если днем на лицо и солнце, лучше не стоит летом, потому что сгорит ребенок. А тут не используется СЛС, СЛС, нет отдушек, нет красителей, нет каких-либо минеральных масел, парабенов. То есть состав чистый, классный, идеальный. Подходит для детей 0+, хоть под памперс, хоть просто так. И еще хорошо удаляет воск, потому что это масло. То есть мама тоже довольна, да, получается средство для мамы и малыша. Ну что ж, мои дорогие, с вами была Кононова Аня, проект Фаберлик Онлайн. До встречи с вами в новых видео.